Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня приготовлю нежно-песочное печенье. Выкладываем масло в миску и добавляем желтки. И хорошо взбить до кремообразной консистенции. Добавляем сахар и еще раз хорошо взбить. В конце высыпаем муку и замешиваем тесто. Тесто получается нежное и рассыпчатое. Из теста формируем небольшие шарики и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Шарики нужно будет немного прижать. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов и выпекаем 20 минут. Печенье готово. Как видите, у меня получается очень простой и быстрый рецепт, а главное вкусный. А если вам он понравился, не забывайте ставить пальчик вверх и писать мне комментарий. Также подписывайтесь на мой канал «Готовим вместе» и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А также на канале у меня есть и другие виды рецептов печенья. Если вам интересно, переходите, смотрите. Все ссылочки будут на экране и под видео. А вам я желаю приятного аппетита и до новых встреч!